Да, говорят, следующий будет юбилейный, и много гостей обещается, особенно вот если у нас все-таки посол Калибова все продолжится в хорошей такой тенденции, вот, обещают много... Зарубежных гостей? Да. То есть будет уже не СНГ? Вообще, как планировалось на этот посол Калибов на самом деле что-то пригласить гостей, но вот не вышло у нескольких людей европейских приехать к нам, к сожалению. Но, может быть, в следующем году к нам кто-то еще, наверное, им обеспечивает жилье, как обещали некоторые личности, не будем называть имен. Вот. Так что вполне возможно, к юбилейному МФ нас ждет очень серьезные гости. Возможно, Ринг приедет. В юбилейный, 2008-го. Но нет, это будет. Ой, 4-го, так и написано в анонсе. Через 2 года получается юбилей. По-моему, организаторы говорили, что именно следующий год именно будет юбилей. Так что я не знаю, насколько. Там Лео выиграла Кипа. Лео кого выиграла? Кипа. Взяла реванш ОМГ. Вот, Сет немножко, по-моему, подустал убивать народ. Решил дать шанс мне и Руфусу поиграть. Шаолин Монкс, мне кажется, я знаю, кто в этой команде будет участвовать. Твой любимый товарищ. Твой любимый питерец. А кто мой любимый? Питерец. Ну, не любимый питерец, но человек, который проживает в Санкт-Петербурге, да, я его знаю. То есть ты за него болеешь? Ну, да, можно и поболеть за соратников. Хотя, конечно, Сета тоже из Петербурга. Только он недавно переехал в Москву. Ну, то есть так, он половинчатый петербургец. Ну, вообще, Шаолин Монг тоже не из Питера. Приехал туда учиться. Кстати, уже закончил учебу. И куда он вернулся? Он не вернулся, просто теперь он переехал там в отдельную квартиру и сейчас, по-моему, устраивается на работу или уже даже устроился. Все у него в жизни налаживается. То есть все в порядке, парни. Он здесь со своей девушкой, кстати, можно сделать. Да, это его девушка Алиса Шторм, вот она как раз рядышком стоит.